31 марта Донецкий национальный технический университет совместно с Министерством образования и науки провели мероприятие, на котором Александр Глушко вручил ДОННТУ премию имени академика Валентина Глушко за популяризацию научных достижений. В соответствии с положением о международной премии имени академика Глушко за пропаганду науки в литературе приказываю присудить почетное звание лауреата международной премии имени академика Глушко за пропаганду науки в литературе за 2015 год Донецкому национальному техническому университету, город Донецк. Как мне сказали, чтобы обязательно было это упоминание, потому что вас два, а тот не этот. Здесь основной и главный. Да. Медаль номер 21. За многолетние научные исследования и подготовку высококвалифицированных кадров в горном деле, геологии, металлургии, инженерной механики, радиотехники и других областях науки и освещении своей деятельности в научной и научно-популярной литературе. Президент фонда Святец. Я вручаю вам эту награду, и я уверен, что это первая подобная награда. Вот. Глушко не смог молчать о происходящем в нашем городе. С его слов, столица Донецкой Народной Республики – это город героев. Должен быть какой-то особый статус городов, которые не только не сдавались, но еще и выстояли и победили. А Донецк победил, он выстоял. Потому что, когда священная война становится святой, это когда люди, которые защищали свою родину, начинают защищать свои семьи, своих детей, своих родных и близких, непосредственно уже, а не просто свою страну. И ваша война святая, и поэтому вы обречены на победу в этой войне. Это во многом был очень приятный сюрприз. В чем, так сказать, заслуга университета, в первую очередь его ученых, его сотрудников, которые действительно очень много отдали популяризации науки. И самой науки, и ее популяризации. Вы знаете, что иногда популяризация – это дело более сложное, чем даже наука. Алина Черняева, Павел Припа, Новороссия ТВ.